Когда-то давным-давно... Нет, не так. Эта история произошла... И это тоже не то. Лави, что ты делаешь? Пытаюсь вписать в книгу истории тот интересный день, но никак не могу подобрать подходящих слов. Давай попробую помочь. Возможно, процесс пойдет немного быстрее. Запущено невозможно. Кстати, сама влюбиться так. А ты тебя не отпускать. Невозможно, я возможно знаю точно. Мне просто обязан увидеть этот шедевр. Так, теперь отправляем. Готов? О, уже целых 3 лайка. Смотри, какую ахинею граф опять намалякал. Неужели он думает, что это всем нравится? Да, это просто тихий ужас. Что? Вы только что назвали мой шедевр ахинеей? Да как вы посмели? Нет, что ты, граф, это просто гениально. Просто эти юнцы ничего не смыслят в искусстве. Пойдем со мной. Здесь нас никто не понимает. Нет, графчик, постой, мы пошутили. Что вы стоите, идиот? А ну быстро извиняйтесь. Граф, простите, я не хотел. Ничего не знаю, мы ушли. Маршал, они здесь. А вот и мы. Давно не виделись. Так, стоп. Куда толстозадова дели? Вы понимаете, он того покинул. Неужто понял? Типун тебе на одно место. Просто обиделся и ушел. Да все из-за вас, идиоты. Не ходи, подлый друг. Ты мне за все ответишь. Отвечать-то некому. Давай лучше я тебе отвечу на все и в любом виде. Ой, фу, я, пожалуй, откажусь. Давайте уничтожим тех, что есть, а до графа и потом добраться сможем. Умерь свой пыл. Так не пойдет. Нам нужен именно граф. И что тогда прикажете делать? Посидим, подождем. Рано или поздно он сюда вернется. Что ни говори, а у этого засранца отменный вкус. Мне точно будет чем заняться. Да кто тебе сказал, что мы просто так будем вас тут терпеть? Малец, потеряйся, а? Рот, неужели ты будешь это терпеть? Ален, ну посмотри сюда. Ну куда ты, Ален? Рот? А что? Хотят ждать? Пусть ждут. Может, нам даже удастся с ними поиграть. Фу. Борик, ну может, хотя бы ты меня поддержишь? Ладно. Да вы издеваетесь! Ну ладно, раз такая пьянка... Эй, 14-й, ты там? Алло! Какой еще 14-й? Ты ничего не... Да там, он там. Маршал, я бы на вашем месте не налегала на это пойло. Его Ален зовут. Ну, Ален так Ален, может, в картишке? Раскладывай. А что это там у тебя? Да вот, граф свой планшет забыл. Давай глянем, что там есть. Глядишь, что интересное откопаем. Сугубо в целях познания истории. Ну, только ради истории. Ребят, кажется, он свалил немного дальше, чем мы подумали. И где же нам его искать? И что теперь? Расходимся по домам? Не, это как-то глупо. Не знаю, как вы, а я пойду. А, я с тобой. Идите, идите, я чуть позже нагоню. Лотос моей жизни, куда же ты без меня? Так, флористы, стоять бояться. Никуда мы не пойдем, а будем спокойно сидеть и ждать. Вы хоть понимаете, что это полный бред? Щенков не спрашивали. Сиди и получай удовольствие. Иди вон в картишки со стручком перекинься. Ален, я! Я Александр! Вы слышите? Что?
нужно вам. И все то, что нужно вам, я с радостью отдам. Я рюкзак, я рюкзак, я рюкзак, я рюкзак. Ай! У меня много разных колес. Оно и видно. Что это было? А что это за Лондон такой? Сейчас все покажу. Бан, 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 бан! У тебя там была карта? Ой, да чего там только не было. Фу. Меня вот только интересует другое. Как ты ее туда поместил? Тебе в подробностях описать? Нет, спасибо, не голодная. А я голодный. Ну, так вот. За что? Ой, еще одна! Да чем он там вообще занят? Мне вот интересно, куда он двинется дальше? Город-то большой. Что? Париж? Как? Мы женой! 14-го включи! А, да, точно. Юча, мне скучно, развлеки меня. Я тебе что, клоун? У нас вот стручок по этой части. Ну, ю! Ну, ты сам напросился. Чады! Ай, щекотно! Нет, только не так. Не туда же. А Варнис, а что это ты меня ущипнул? Да не дергайся, да. О, мужики! Кажется, я перестала понимать, что происходит уже после поющей крабы. Фига он шустрый! Еще один пост от графа. О, а это что-то интересненькое! Передос милоты! Ален Чан, как это понимать? А, это из личных архивов. А, нет, нет, там. О, комментарий от графа. Простите, перепутал фотографию. А вот еще одна. Вот только где это? Не запорядок не надо. Можно было? Но как мы это сделаем? Я знаю! Надо спеть песенку! А? Граф не сможет, граф не сможет все, что угодно. А нам строить, просто спорить и всех убить. Граф наш может быть с кем угодно. Только главным экзорцистом не может быть. Потому что хочет миром поработить. Это просто потрясающе. Браво, дети мои. О, вы представляете? Там на лайне один фуфел меку не дал, и мы из-за него чуть весь мид не провафлили. Вот ну кто. Я вот думаю. Это у меня проблема? Или у них? Крафтик, ты это, в порядке? Да, конечно. Кого я на крафту? Что за дурдом? Не волнуйся. И тебя вылечим. И тебя тоже вылечим. И меня вылечим. И все-таки, зачем вы сюда все переперлись? Хотите помахаться? Да нет же. Граф, неужели вы не помните? Еще месяц назад мы договорились о смотринах именно на этот день. А, точно. Как же я мог забыть? Что? Какие еще смотрины? В общем, вот. Как и обещал. Баночка Кока-Кола с твоим именем. Ну, вот. Не наш товар. О, нет. Полегче! Учитель, вы отдаете меня за банку какого-то дешевого пойла? Да как ты мог о таком подумать? Не за банку пойла, а за именную баночку шипучего напитка. Вообще никакой разницы! Могу накинуть сверху палку колбасы! Продано! Ура! Что? Учитель, ну я же вас так любил! Отпусти и забудь, твою честь уже не верну. Отпусти и забудь, брат тебе укажет путь. Не хочу.
хочу, мною становиться я, ману не предам. Аня всегда мне был по душе. Что? Но все же было не так. А это и не важно. Ну а то, как все было на самом деле, пускай остается на странице мировой истории.